Йоу, сап, салют всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. Решил я все-таки прослушать EP от Cape Town, который получил название January. Пишут ребята здесь, что это старый Cape Town. Я лично не знаю никакого Cape Town старого, ну только аромат слушал и потолок. Тут у нас еще раз, два, три, четыре, которых, ну, песни, которые я еще не слушал. Так что давайте заценим, посмотрим, что ребята из себя представляют. Первый трек — «Кредит». Так, они еще Кент. Плохой кочевый бит. Интересно. Голос напоминает Бенза. EP назвали январь, потому что в январе дропнули. Так, чилили. Такая более танцевальная песня. Простенький припев. И вот такой более попсовый, в общем, трек. Под конец, и слава богу. Ну, неплохо пока, два трека, вот, в принципе, неплохо. Все, потолок я слушал уже. Да. Все, как мы любим. В принципе, неплохой флоу, ребят. Не знаю, ничего пока плохого не могу сказать о них. Если только то, что в принципе они ничем не уступают тем казахам, которых я уже знаю, в принципе. Из музыки 36 и Артель Номад. В принципе, ну может слабее как-то. Чем-то. Не знаю, по мне так, ну, нормальный уровень, неплохо и по музыке, и по тексту, флоу и так далее. Настер. Но больше мне пока зашел потолок и аромат, наверное. Такие более-менее интересные. Неплохая гитарка. У меня даже сложилось впечатление, что это засэмплированная гитарка Two Feet.
Ну, очень похоже. И вообще сэмпл тут неплох. Но этот больше всего мне понравился. Ну что ж, в принципе, очень неплохой EP. Я даже не ожидал. Я думал, то, что мне особо не вкатит. Надежды, конечно, были, благодаря клипам. Вот, потолок и аромат, которые я посмотрел, я все-таки подумал, то, что да, скорее всего, я заценю этот альбом. Я думаю, этот альбом оказался, это EP. И, в принципе, я доволен то, что послушал, что познакомился со старым Cap Town. Теперь мне интересно, какой будет новый. В принципе, этот интересен. И вот трек Nastar мне понравился больше всего. Кредит — кочевая тема, конечно. Потолок хорош. Да все тут, в принципе, хороши. И, по сути, ребята, ну, ничем практически не уступают. Я не знаю, может, как-то слабее подача. Не знаю, мне кажется, они так же хороши, как и другие, просто о них мало кто знает. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, почему о них так мало кто знает, но, в принципе, ребята хороши. Зацените, если не слушали, не знакомы вообще с ними, послушайте, погоняйте в плеере. Имеет место быть такая музыка. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Пишите комментарии. Все. Всем пока. Check it out.